Добрый день, дорогие друзья. Всем хороших выходных. Мы сегодня в гостях у сестры. Кнопочка, кнопка. Иди покажись, моя зайка. У нас тут вот такая вот кнопочка сладкая. Жарим. Еще одна кнопочка. Жарим котлетки для гамбургеров. Я поставила запекаться, выпекаться пирог заливной с луком, с яйцом. Рецептом поделюсь. Ну, рецептом грубо сказано. Там по-быстренькому я вам сняла видео, потому что сегодня мы все-таки отдыхаем. Сейчас покажу котлетки. Котлетницу я не взяла, вот этот пресс для котлет делали руками. Ну, вот такие вот они у нас неказистые, но на вкус, думаю, не повлияет. А тут уже пожаренные. Кнопапулевич, папуль, это кнопа. Да, это кнопа наша классная. Да, это классная кнопа наша, такая красотка. Жужа. И Жужа, и Кнопа. Ой, какие девочки красавицы. И Жужельда пришла, и Кнопуля. И чуть мы еще облаки стоили. Еще одну партию выкладываем котлеток. Ой, посмотрите, какая погода. У нас стоит жара. Базилик у Ирины, у сестры моей. Виноградик. Кабачки. Красота.